Энергоснабжение города Спутника стало более надежным. На Новочебоксарской ТЭЦ-3 запустили новый турбоагрегат. Одна такая турбина может заменить сразу три модели советского образца. Мощность нового агрегата – 80 мегаватт. Этого хватит, чтобы обеспечить теплом и электричеством более 30 тысяч жителей, а также предприятия и социальные объекты. К современному оборудованию планируют подключить 1/4 часть города Спутника. Оно должно существенно разгрузить работу 6 агрегатов, которые ввели в строй более 40 лет назад. Модернизировали на Новочебоксарской теплоэнергоцентрали диспетчерский комплекс. Теперь здесь все управляется в автоматическом режиме. На реализацию этого проекта энергетическая компания затратила более 1,5 миллиарда рублей. Глава республики отметил, что это должно придать дополнительный импульс для развития моногорода. Производительность труда улучшается, уровень заработной платы будет повышаться. И надежда есть, что в перспективе мы с ними вместе реализуем еще не один проект.